На днях, общаясь с подписчиками своего инстаграм-канала, Геннадию Андреевичу был задан вопрос. Собирается ли КПРФ продолжать защищать совхоз имени Ленина и его директор Павла Николаевича Грудинина? И вот что он ответил. Я благодарю за этот вопрос, не просто благодарю за вопрос, благодарю за помощь. Мы 15 лет назад решили показать пример, что даже в этих условиях можно создать современные, уникальные предприятия. В Ленинском районе, где расположен совхоз, было 15 хозяйств. 14 поделили на паи по указу Ельцина, разворовали, распродали, их нет. Они уничтожили. А совхоз Грудинина, Павел Николаевич оказался талантливым руководителем, договорили землю и все основные мощности, вкладываем как совместный капитал. И направляем доходы на три цели. На развитие самых современных средств производства. Там лучшие фермы, лучшие сады, самое большое клубничное поле, там великолепные технологии, там роботизированное производство, там то, чему следует любому учиться. Вторая цель – создать уникальную, самую современную социальную базу, чем можно гордиться. Там лучшая в Европе школа, лучшая, приглашаю посмотреть, лучшие детские сады, лучший спортивный комплекс, лучший агротуризм и там лучшая профориентация. Там в школе 10 классов, которые позволяют ребенку с первого класса пройти все ступеньки производственного обучения. Не только математика, физика, русский, литература. Там уникальный концертный зал, оборудован не хуже Большого театра. Там потрясающий сейчас дали спортивный комплекс. Но и третья задача – хорошая зарплата. Человек, труженик, должен чувствовать себя прекрасно. Средняя зарплата сейчас 90 тысяч. Вот это рядом с Москвой. Я приглашал туда и президента, и губернатора, и мэра. Я отвез альбомы Лукашенко, он когда увидел, он в восторге. Он сам возглавлял одно из лучших хозяйств, он говорит, это лучшее, что есть. Я туда приглашал всех журналистов, всех агентств, там работало в полном составе посольства Китая. Были, вы сами видели, мы сняли сотни фильмов. Я надеялся, что эта власть уцепится за этот уникальный опыт, и будет его тиражировать. Более того, предложил, президент вроде подписал, дал поручение провести там смотр сил наших и как можно вывести из кризиса уже в ближайшее время. То же самое в МРЭЛ, совхоз, Казанков там уникальный руководитель. На него такой накат был, Маркелов, предыдущий глава, возглавлял эту шайку, сейчас сидит он. Мы туда с Харитоновым и Кашином возили 2000 народа, молодых людей, отбили это предприятие от бандитов. Сегодня оно лучшее в Европе. Все виды производства, и тем не менее, и на совхоз Ленина, и на объединение МРЭЛ Казанкова сейчас идет мощная рейдерская атака. Почему? Потому что тут вот 2000 гектаров рядом с Москвой, за каждую сотку 50 тысяч баксов по карманам рассуют, и все, они будут ходить. Я вас призываю не только поддерживать, активно помогать, потому что выход из нынешнего кризиса – это прежде всего коллективные, народные предприятия, соответствуют духу нашей страны, всей истории. Без этого мы не справимся ни на земле, нигде. Мы должны с вами отбить это хозяйство, этой шайки. Объединились и прокуроры, и следователи, и уголовники, и так далее. Я просто иногда диву даю, и администраторы помогают. Давайте вместе скажем, мы не дадим растерзать это лучшее хозяйство. Вот сейчас прекрасный урожай клубники вырос. 1000 с лишним тонн можно сдать. Можно получить 300 миллионов дохода и приличная зарплата, и еще один детский сад, и что угодно. Там же пользуются все жители, которые живут в поселке, этими уникальными благами. И тем не менее, сейчас никак не уговорим ни московские, ни другие власти, греческую возят клубнику, турецкую, пожалуйста, чего угодно. Своя блестящая, великолепная, красивая. Я надеюсь, что вы поддержите. Давайте вместе обратимся к властям. У нас тут своих 60 точек. Мы могли торговать с учетом всех медицинских норм и требований. Давайте вместе. Но в обиду мы не дадим ни Павлу Николаевичу, ни это хозяйству.